Hare 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 Rama
Слава собравшимся преданным, прощающий гуру Гавранга. Ом нама Бхагавате Васудевая. Ом нама Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритям, нарам чава нароттамам, дим сарасватим вьясам, тато джая мудирает, нашта праеша бхадришу, нитям бхагавата севая, бхагавати утамам шлоке, Бхактир бхавати наштаки. Мы прочитаем сегодня последние стихи главы 7, который называется «Шива спасает вселенную». Текст 44-46. Тапьянте лока тапена. Сорок пятый, да? Ага. Нишам я карматачабхор. Дива дивасе ми душа. Праджадакшая ни брахма. Байкунтхашча шашам сире. Нишам я карматачабхор. Дива дивася ми душа, праджадакшая ни брахма, вайкунхашча шашам сире, нишам я, услышав карма о деянии, тат том шамбо, Господа Шивы, дива-дивася того, кому поклоняются и полубоги, мидушага, наделяющая великим благом всех людей, праджага, люди, дакшаяни, дочь дакши, бавани, брама, Господь Брама, Вайкунтхашча и Господь Вишну, Шашам Сире, восславили. Пожалуйста, кто-то хотел бы санскрит произнести, уже зная перевод пословный. Кармата Чабхо, Дива Дивася Мидушаха. Праджадакшая ни брахма, вайкунхашча чачам шире, шамья карма тачамбо, дива дивася ми душаха, праджадакшая ни брахма, Вайкунтхашча шашам шире. Матерджи, пожалуйста.
Нишам я карма тачамбо. Дива дива сами душага. Праджадакшами брама. Вайкунха шашашам шире. Перевод литературный Шрилы Прабхупады. Услышав о том, что произошло, все, и Бавани, дочь Махараджи Дакши, и Господь Брама с Господом Вишну, и остальные вознесли хвалу Господу Шиве, которому поклоняются полубоги и который одаряет благословениями обитателей всего мира. Текст 46. Прасканнам пибата панер вяткинджи джагругу сматат вишикахи вишаушадхио данда шукашчае паре. Перевод. Когда Господь Шива пил яд с его ладони, пролилось несколько капель, и потому скорпионы, кобры, а также другие ядовитые создания и растения воспользовались возможностью и выпили остаток яда. Комментарий. Комары, шакалы, собаки и другие дандашуки. Существа, чьи укусы опасны, допили яд, рожденный из сбитого океана, самудрамантханы. Поскольку несколько его капель пролились с ладони Господа Шивы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе 8 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Господь Шива спасает Вселенную, выпив яд». Ома гьяна тимиранда ся гьянан джая шалакая чакшур унмилитам вина тасмаи шри гуреви намага. Шри читани мано биштам стапитан янабутали своем рупа кадам махьям дадати сва падантикам банча калпа трубеша крипа синду бейва чапатитанам павани бейушна бейу наму намага. Много с би... Збігав на українському, а совпадіння на неукраїнському. Много збігав сьогодні. І кінець глави, і перший день, як читання Махапрабху прийшов, ну, це було тоді, в Пхалгуну, 27 февраля, в 1486 году. Но именно сегодня его увидели те, кому было не дано вчера увидеть. Ну, по крайней мере, Сита Такурани, супруга Господа Адвайта, и жена Чандра Шекхара. Его также зовут Анантачарья. Ананта, по-моему, Чарья, да? Они пришли, чтобы поздравить Джаганнатху Мишру и Шачимату с рождением сына. Ускореви приехали на паланкине. Сита Такурани, она, Шрила Прабхупада отмечает, была в паланкине закрытом. И это слово требует особого внимания, говорит он. Даже тогда, 60 лет назад, женщины не появлялись на обществе, в обществе. Их называли Асурья Пашья, если я не ошибаюсь, та, которую не видит солнце. Говорит, и мы видели, как наша мама не выходила без сопровождения, и его мама, наверное, уже приоткрытая была, наверное, не в паланкине закрытом, но, по крайней мере, сопровождение у нее было. И Сита Такурани, она принесла много всего и дорогого. И золото, и серебро, и тигринные клыки, да,
в золото убранное, да? В золото убранные клыки. Помимо бананов и плющенного риса, особого риса, немножко не того плющенного, расщепленного какого-то, гир он, по-моему, называется, что благоприятно, и также куркума с маслом, именно куркума. Кункума была также, Шрила Прабхупада говорит, кункума – это особо ароматное вещество, которое добывается в Кашмире. На стопах Кришны кункума, не куркума, а кункума. И вот что-то он говорит, оно особо пахнущее. То есть в этом ценность, вроде как, из комментария Шрилы Прабхупады, из перевода его. Кункума. Ну, это тоже так благоприятно просто, для счастья, говорится. Несли такие вот благоприятные вещи. Ну, и практичные вещи тоже несли. Детские одежды несли. И шелковые сари несли. Для кого шелковые сари? Ну, говорится, для мамы. Она тоже праздник сегодня принимает. И что еще? Отмечает Шрила Прабхупада, что она пришла из дома, который был у них в Шантипуре. Это родительский дом. У них был и в Навадвипе дом, но она пришла из Шантипура. Очень состоятельный, также пишет Шрила Прабхупада, Адвайта Ачарья, из всего сказанного можно сделать вывод, пишет Шрила Прабхупада, что Адвайта Ачарья был очень состоятельный. То, что он задолжал 300 рупий, Гопинатх Паттанайака простил царя Пратапарудру помочь с выплатой долга Адвайта Ачарья. Это указывает на то, что 300 рупий на то время это было 30 тысяч рупий на наше время. Адвайта Ачарья, несмотря на то, что у него было и золото, и серебро, и все остальное, он, будучи состоятельным, не мог выплатить долг Паттанайке 300 рупий. Ну, так Шрила Прабхупада комментирует этот момент появления матерей. Там было также Малини, супруга Шиваса Такура. Ну, вот так этот день благоприятно начался. И сегодня также пир Джаганатхи Мишры в честь того, что родился ребенок. У нас был вчера пир в честь того, что преданные собрались. Мы-то знали, что родился Кришна Чайтанья, а они тогда, ну, не все знали. Кого-то надо было на следующий день приглашать, кормить. И этот прекрасный день совпал с концом комментария, где говорится о особом настроении Господа Шивы. Здесь интересный комментарий. Говорится, ну, комментарий, я имею в виду слов, пословный перевод. Мидгуша. Вы видите это слово? Мидгуша. Вон оно в третьей строчке последнее. Здесь перевод Шрилы Прабхупады как тот, кто наделяет великим благом всех людей. Но это одно из имен Господа Шивы, которое Шрила Прабхупада переводит в 4.7 в начале главы.
как тот, кто дает особые благословения. В этой связи он приводит историю с браманом, который молился Господу Шиве, и тот ему сказал: «Доволен, иди к Санатане и возьми то, что ты просишь». А разговор был о камне, исполняющем желание. И Санатана Госвами ему так отхожей горы какой-то дал этот камень, и браман, возвращаясь, засомневался, что в отхожей горе какой-то дре может лежать такой драгоценный камень, исполняющий все желания. И он, почухав затылок, вернулся и сказал: «Неужели это действительно самое ценное, что у тебя есть, Санатана Госвами? Ты готов получить самое ценное?» Он говорит: «Да, да, я готов. Пока я ходил туда-назад, пока я чухал голову, я приготовился». И тогда он ему дал святое имя. Такую историю Шрила Прабхупада приводит в комментарии к этому имени Мидхушага. Имя его, или это можно назвать титулом, назовешь или не назовешь, но тот, кто дает не просто благословение, а дает он особое благословение. То есть он тот, кто нужные благословения дает. В этой связи его также называют тот, кто животных или людей, у которых животное сознание, опекает. Помните это имя? Второе – Пати, а первое – животное как Пашу-Пати, да? Андрей сказал, что потом Пашу говорит. Пашу-Пати. Это имя Шивы, который поддерживает сознание браманов, который поддерживает их способность следовать варнашраме. Помимо того, что людей, у которых животное сознание, Шрила Прабхупада также говорит, что Пашу-Пати – это тот, кто поддерживает и сознание членов варнашрама, и браманов. И там упоминается, что он рожден из уст Господа Брамы, как и браманы. Брамы или Шивы, по-моему, Брамы, да? Как браманы зашли из уст Брама, так и Господь Шива. Это 4.7. Бхагаватам. И также он говорит, что Пашу-Пати – это тот, кто дает возможность очнуться от следования ритуалистической религии. То есть это в контексте жертвоприношения Дакши было, который увлекся этой ягьей и церемониями, и он, наверное, так и не пробудился, в принципе. У него не было достаточно знания, чтобы пробудиться. Но когда мы пробуждаемся посредством церемонии, надо идти дальше. Пробудившись, надо утвердиться. И вот здесь утверждение – это уже прерогатива или то, что можно получить в изучении Писания, да? Знание – это знание шастр. И говорится, что Господь Шива, который здесь, он вообще-то упоминается как Шамбу. Шамбу. Но тот Шива, к которому приходили полубоги, это Сада-Шива.
Это тот, который подобно Вишну. Ну, это дополнительного анализа требует. И Садашива, он известен как Кедара Натха. Кедара Натха. Бхактивинода Такура носил это имя. Кедара Натха. Кедара, то ли я забыл, то ли я не знал, но это, по-моему, плод дерева, подобно тому, как Бадри Натх. Бадри – это дерево. Это тоже имя Господа Шивы. И Кедара Натх, по-моему, это тоже какое-то дерево. И может, это одно и то же дерево, но разное название дерева. Никто не знает. Кедр. Ну, точно это не кедр тот, который можно как орешки пощелкать. В общем, это Сада Шива. Это обитель в Гималаях, которая была и остается одним из четырех мест, которые надо посетить во время паломничества по Гималаям, так называемая Чардхам, Чар-Ятра, то есть посещение этих четырех, Чатур. И там интересное божество, которое связано с пандавами. И они хотели очиститься. И они пришли к Вишвешваре. Это Вишванатха. Это все связано с сегодняшней темой, преданные. Не думайте, что это что-то отвлеченное. Вишвешвара – это тот, кто повелевает Вселенной, Вишва, да? И он также Каша Вишванатх, тот, который в Варанасе – главное божество Шивы. Но он спрятался от них. А потом позже здесь, в Кедарнатхе, пандавы уже пошли в Сваргу, на небесные планеты. Кстати, за этим храмом вот эта дорога, по которой они пошли в небеса. Да? Сварга-двар, там, Сварга-марх, путь, ворота. И тогда Бхима схватил его. А Господь Шива, он ретировался, ушел, приняв форму Нанди, быка своего, который вошел в землю, и осталась только спина. И вот это божество, которому поклоняются в Кедарнатхе. Джани Тайгура Чандра, Джай Джаганат Балдея Субадрама. Оно 9 футов в длиной. Фут – это 30,5 сантиметров. 4, по-моему, ширины и 3 высоты. Ну так, ничего, спины осталось. Но еще 4 части – это оставшиеся части, которым также поклоняются там. Ну, мы не будем об этом, мы только о кедр. Как это связано? И со стихом, и с темой, и с сегодняшним днем явления Чайтанья, рождения. Он даже не видел сегодня солнца, ну, открытого, так сказать, свет он видел. 4 месяца. 4 месяца? Да, по-моему, да. Позже это стало меньше, это стало 3 недели у браманов. А у тех, кто пониже в обществе, и то короче. Ну, карантин, в общем, для женщины, которая не выходила на солнце. Какой-то можно вывод сделать, то есть когда пришла Сита Такурани, если Матаджи Шачи, мама Шачи, она не выходила на солнце 4 месяца. Сегодня она пришла к ней или попозже, никто не знает, сегодня или попозже.
Окей, может, они пришли и не видели его. Все-таки пришли, но сына не выносили. Это интересно. Итак, это место, Кедар, божество Шивы, посещал Чайтанья Махапрабху. Вот этот, который защищает нас, подобно Господу Шиве, от незнания. Говорится, в этом месте есть его какие-то вещи. Но в комнату, где он останавливался, можно только заглянуть через окно. Я об этом не так давно узнал, и надо проверить, насколько это авторитетно. Был ли он, кто-то знает, был он у божества Кедарнатх, Господь Чайтанья. Ну, вроде как авторитетная информация. И помимо всего там прекрасного, мы остановимся на этом и скажем, что Господь Чайтанья, он пришел, как говорит Кавикарнапур в своей Чайтанья Чандрадая Натаке, а это цитирует Шрила Прабхупада и говорит, что это важнейший стих, говорящий о причинах прихода, а скорее о трех видах милости, которую дает Чайтанья Махапрабху. В Чайтанья Чаритамрите это Мадхья 10.119 стих. И там говорится, что первая причина, он пришел, чтобы тьму рассеять, дать покой и наделить трансцендентным блаженством. Пранмила Умадая, если я правильно произношу. Вторая причина – это тот, кто рассеивает неправильное понимание Писаний и дает правильное, и толкает таким образом к Кришне. То есть, если мы хорошо знаем Писание и знаем, как нехорошо их толкуют, то мы, естественно, будем двигаться к Кришне. Это называется шастра. В общем, могу неправильно произнести второе слово, третье – вивадая. Шастра татата вивадая. Разрушающее неправильное понимание Писаний. Вторая – милость. И третья – это расадая. Это тот, кто дает радость, духовное счастье и любовные отношения с Господом. Расадая. Вот такие три особые милости, которые принес Аударья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху – это Аударья, это особое сострадание. И его обитель, она тоже, помимо того, что она величественная, она Аударья. И Господь Шива в этом стихе, он также тот, кто особо милостивый. И здесь говорится, что дандашуки, все вместе, и вместо того, чтобы рассказывать друг другу что-то, играться, как-то смотреть в глаза, что-то так друг друга там обнимать, они сидят и в экраны смотрят. И когда кто-то их отвлекает, они говорят, прям ругают, говорят, пошел, я тебе сейчас дам. И то же самое родителям. Родители говорят, это трагедия века. Экраны, вы видели это? Это называется философия Кевала-Адвайт. Вот откуда последствия, вот откуда это тянется. Поэтому досуг и коммуникацию, общение не делайте у крана.
Если ваш друг не так далеко, едьте к нему, приглашайте его, но не сидите в зуме с ним. По крайней мере, если есть возможность как-то заменить это. И также не надо проводить там свой досуг. Исследование, работа, ну ладно еще. Но даже исследование лучше делать на том, что пахнет, что можно потрогать. Однажды один ученик Шрилы Прабхупады зашел к одному преданному в комнату и сказал: «Слушай, у тебя так много книг». И он так открыл одну, говорит: «Да, они лучше всего пахнут». Ну, он привел в сравнение еще одни запахи. Сказал: «Да, ничто не может сравниться с этим запахом». И тогда Махапрабху, он жил в доме Чандрашекхара. Говорится, чтобы он был каястхой, то есть это шудры, которые образованы. Он был пищим. Но тем не менее считалось, что для брамана, а только браманы саньясу могли принимать, и только тех, кто кадвайта, сампрадай принадлежали, Чайтанья принадлежал к ней, к роду Бхарати, его учитель Кешава Бхарати. И он специально выбрал Бхарати, чтобы посмиреннее быть. Потому что выше это Сарасвати и другие титулы, но Бхарати пониже. И он выбрал, ну, говорится, посмирение. Но здесь, в Варанаси, были, ну, исключительно высшие саньяси, Сарасвати. Ну, вот Пракашананда Сарасвати, лидер их. А кушал он в доме Тапана Мишры, и однажды один махараштрийский браман. Махараштра – это штат с столицей в Бомбее. Он пригласил его к себе в дом, где собирались эти саньяси. Хотя ни приглашений никаких он не принимал и не ходил никому в дом кушать. Но это приглашение он принял. Он начал общаться с саньяси. И он покушал вместе с ними в доме этого брамана. И это такое исключение он сделал. Ну, естественно, было за что. Ибо все саньяси предались. А их было... ну, много. И потом те, кто узнали и приняли мнение Чайтаньи, и Чайтанью приняли как Нараяну. Они вообще всех как Нараяну принимают. Но его они реально приняли Нараяной. Не того, за кого живых существ принимают, а того, кто является тем Нараяной, к которому они всех относят. И Махапрабху, чтобы расположить их, он вооружился. То есть это тоже его милость. Смирением. Он, когда зашел в их собрание, он сел в дом, он сел в месте, где омывают стопы, оставляют обувь, ну, если кто-то в обуви. Чаще они ходили босыми. Он помыл ноги и там же сел. Это первое. Он сделал очень смиренный шаг. Это оружие его. Второе, он исполнился чего? Сияние. Миллионы солнц он засиял. Но это тождественно его красоте. То есть это тоже оружие. Помню, как один преданный говорил: если вы красивы, то несите эту красоту, прославляя Кришну. И кто красивый?
Чайтанья Махапрабху специально предстал в этом красивом сияющем образе. И это купило. Это купило в первую очередь. Когда он сел там, все подумали, ну, сейчас надо кого-то попросить. Но когда он засиял, все сказали, да, действительно, надо его сюда запросить. Его пригласили лично. Пракашананда Сарасвати подошел и взял его за руку и сказал, что же ты сидишь здесь? Подходи. Мы видим, ты наш. Ты наш и сам продай. Почему ты сел там? И Махапрабху, он стал слушать о том, что он бхавика. Там даже не бхавика, а бхавука. Бхавика – это тот, кто переживает расу бхавика, эмоции чистые, духовные. А бхавука – это тот, кто сентименталист. Но это он как-то еще вытерпел. Но когда ему сказали, что ты мурка, ты глупец, он уже начал объяснять, что я на самом деле не такой глупец. Это учитель мне сказал танцевать и петь. Это он сказал, что я глупец, ибо веданту я не знаю. Ее он рекомендовал заменить на пение святого имени. И когда он мне дал эту мантру, я ее повторил и упал без сознания. И когда я пришел, я спросил, что вы мне дали? И он ему объяснил. Он произнес суть всего Бхагаватам. Вы знаете, где это? 11.2.40. 11.2.40. Это слова Нанды Махараджа, который в беседе с Нарадой Муни упоминает этот стих. И говорится, что в этом стихе говорится, тот, кто воспевает дорогие ему имена Господа, сванама Эвам вратам сваприя намакирти. Эвам вратам. Тот, кто этому обету сваприя, ему дорогих, сваприя нама, имен Господа кирти, следует, повторяя его имя, он исполняется эмоции. И он то кричит, то поет, то он теряет сознание, и ему все равно, что происходит вокруг. Он в этом состоянии не обращает внимания на окружающих. И он начал говорить о веданте, о том, что я веданту понимаю прямо, мукхьяврити. Но Шанкарачарья, он ее толковал косвенным образом. Косвенно, не прямо. Интересно, это лакшана, лакшана-врити. Но правильно комментировать ее мукья. Мукья – это лицо, уста, мукья, даже язык, иногда мукха. Мукхья. И говорит, вот если ее так комментировать, это будет истинное понимание. Господь, он дал это знание дословно, буквально дал. Не надо грамматически его как-то толковать. Вьясадева давал его прямо. И саньяси Майвади сказали, мы согласны. Мы сами недовольны этим. Мы принимаем. Но из-за того, что мы следовали традиции
мы были вынуждены комментарий Шанкары принимать. Но твой комментарий мы принимаем, и тебя мы принимаем, как самого Нараяну. Что интересно, здесь он упоминает о живом существе, Шрила Прабхупада переводит, которое санскритом сва, сваджан, сва, по-моему, сваджана, его собственное. Шрила Прабхупада переводит как даже очень незначительные живые существа, преданные, очень незначительные, его собственные. Шрила Прабхупада в пословном переводе переводит, а в литературном очень незначительные преданные завоевывают Господа и делают его своим слугой, своей собственностью, благодаря своему незначительному служению. То есть такие истины Чайтанья Махапрабху раскрывает о преданном служении, и он говорит, что вся веданта, она построена на самбандхе, наших взаимоотношениях с Господом, знании о том, кто такой Господь, кто такое живое существо, на служении Ему, прайоджане, абхидеи, и любовных взаимоотношениях с Ним, прайоджане. Говорит, это вся веданта. И саньяси его приняли, и они сопровождали его повсюду. И они почтили вместе обед. И так Чайтанья Махапрабху завоевал сердца и дал истинное понимание веданты всем саньяси Варанаси. А они и также преданные Господа Шива, они в основном пребывают здесь, в Каши, Бенарес, также называется этот город. Вот это милость. Это то, насколько милостив Господь Шива, насколько милостив Господь Чайтанья. И Бхактивиданта. Глава заканчивается обычно этим титулом Бхактивиданта. А кто помнит, где, когда, за что был дан этот титул Бхактивиданта? Мы закончили комментарий Бхактивиданта к этой главе. Возьмите микрофон, чтобы вас было лучше слышно. Никто не возьмет микрофон. Где дали титул Бхактивиданта? Что значит этот титул? Какой это был год? Где это было? Кто дал? И что значит? Бхактивиданта – это тот, кто знает, тот, кто постиг истинный смысл веданты. Бхакти. Так. Это преданность. Совершенно верно. Другой смысл – это жалкое подобие. Недостойное обсуждение вообще и комментария этого. Это что за подобие? Ну, веданта. Веданта – тот, кто постиг веды. Ага. Того, кто… Ну, кто знает, кто его кто их составитель, и тот, кто постиг этого составителя в преданном любовном служении. То есть он знает заключение веданты, да. Анту, о бхакти, да? Бхакти, ну, веда, да. Анта. А кто дал, когда, за что, как заслужил этот титул Шрила Прабхупада? Его же братья дали ему этот титул. Так. Духовный. Да, да, это было в 37-м, это было, по-моему, Калькутта. И за то, что он писал свои комментарии на то время введения
даже больше, к Бхагавадгите уже была готова. Они оценили видение вот именно такой темой милости. Он призывал всех предаться Кришне. Кем бы вы ни были, поймите, что Он явился. Он – это Личность. И надо вручить себя Ему и не толковать как-то косвенно Бхагавадгиту. Она уже все дала. Это Веданта. Бхагавадгита, Упанишады и Веданта Сутра. Это Веданта. Три этих составляющих. Называется Прастхана Трая. За это ему дали титул два брата. Бхакти Шаранга и Бхакти Ракшак Шридхар. Первый даже говорил, давай ему дадим Сидханта. Ты смотри, он постоянно хочет давать эту милость. Он говорит, пойдемте проповедовать. Но сколько мы, они работали над книгой Прапанамрита. В общем, книга о вручении себя, о шести аспектах Шаранагати. Шаранагати Прапанамрита, по-моему. Они втроем были соавторами. Но отдельно он также работал наведением Бхагавадгиты и самой Гита Панишат. И он был проповедником очень, очень сильным таким. Пойдемте к Неру, к Ганди. Они больше изучать склонны были. И Ракшак Шридхар говорит, ну, Бхактисиддханта, это ж нашего учителя титул, ну как, давай дадим Веданта. Ну и признали. Шрила Прабхупаде было очень приятно внутри, а внешне он, ну, не дал увидеть свою радость. Но внутри он обрадовался. Этим титулом, видите, он, ну, везде о себе говорит. Прабхупада же был его более таким сокровенным титулом, ибо он подписывался Бхактивиданта. Вот такая его роспись, да? Аче Бхактивиданта с вами. Видели его роспись? Окей, на этом мы остановились, уже немножко поговорили. Может, есть дополнение, вопросы? Почему Господь Шива выпил яд? Это его преподнес Господь Вишну. Он был вместе с полубогами, он пришел к Шиве просить это. И пишется, что он мог бы это сделать сам, но он захотел его прославить. Подобно тому, как Кришна захотел прославить Арджуну. Вот такова причина. Пожалуйста. Очень хорошо закончить такой минуткой молчания. Чуть-чуть раньше. Грандарачи Мадбхагаватам Ки, Шрила Прабхупада, собравшимся преданным. Фестиваль Джаганнатхи Мишру Ки, Джай.